Встали с утра, тут пожарные машины стоят. Смотрите, пожарные шлаги. Что интересно, это у них тренировка. Они практикуются, чтобы, если что-то произошло, чтобы могли быть готовы. Представляете? Прикольно. Там что-то кто-то там объясняет. Что-то нужно присоединить. А мы сейчас идем в гости к нашим друзьям на 6-й этаж. За нас завтрак. О, с 6-го этажа вон уже океан видно. Ну, вообще, кстати, вид прикольный. Мост, смотрите. Класс. Пришли в гости. Наши гости, друзья. А какие запахи! Ничего себе! Смотрите, привет! Вот это да! О, еще соседи потянулись! Все! Привет! Привет! Сейчас! О, кушайте хелти, а? Ты хочешь с нами хелти? Я уже так. Ты так не хелти? Сейчас, секунду. Это джакфуд. А воссоединение детей. Вот он какой вид-то с 6-го этажа, смотрите. О, ну да, океан видно, все как положено. Классно. Папа! Да? Идем. Пойдем. Вон, класс. Друзья, вы посмотрите на этот завтрак. Это вот в фешенебельных отелях. Вот такие завтраки. Мы просто не доплатили, и поэтому в нашей комнате нет такого завтрака. Хорошие друзья. Песня. Слушайте, ну вот кушать вместе, вот это веселее, конечно, всегда. Красота просто. В компании, дети вместе, родители вместе, просто песня. Тань, давай писать. Я. I was trying to run my Слушай, а тут был прикольный бассейн с лазеривы даже. Все дела, ну, в общем, посмотрим. Сейчас мы идем на океан. Наши уже друзья там давно. А мы попозже выбираемся. Так. Смотрите, прикольно. Интересно, океан очистился или нет. Есть подозрение, что вряд ли. Народ оставляет тут ботинки, смотрите. Сзади нас тут молодежь. О, самолет какой-то. Тут время от времени какие-то самолеты летают. О, военные, смотрите. Военные самолеты. Так, зонтики отеля. И причем они здесь включены в стоимость. То есть не надо до них доплачивать по ходу дела. Те, кто имеют эти квартиры, они ими владеют. Так. Димашка, сейчас будет бум. Ой. Все. Так, ну наши друзья все тоже на бассейне. Нет, вода такая грязная, как и была. Так что все идем на бассейн. Так, ну что, глянем на бассейн. Бассейн, конечно, суперский. Посмотрите. Lazy River, речка. Можно походить, вон фонтанчики какие-то льют. Классно. Куча лежаков.
тут у нас мостик даже есть. Какие-то напитки он продают тоже. Да, здорово. Тимоха тут у нас. Только посмотрите на это. Бассейны здесь, конечно, просто сумасшедшие. Можно тут пройти пенечки. Просто так, я так понял. А, ну вот так вот. Это вот эта часть. Сейчас пойдем на другую часть. Мы поднялись по лесенке. Здесь получается второй уровень бассейнов выше. Я так понял, для более маленьких, наверное. Хотя вот нет, здесь еще два бассейна, смотрите. Для маленьких. А тут вот для чуть-чуть, тоже для маленьких фактически. Мы пока с маленькими детками, с наших друзей, будем здесь. Наконец-то Тимоха хотел на этот бассейн, наконец-то добрались. Марина, как дела? Да. Это товарищ Славик. Босс, боссмен. Класс. У каждого свои друзья, свои подружки. Всем интересно. Вот. В этом, конечно, фишка отдыхать с друзьями, с детьми. Ты можешь расслабиться, потому что до этого-то мы сидели с детьми всю дорогу в бассейне, и они на нас висели. Потому что им, ну, как бы, с кем-то нужно. А тут все, вот они с детками все бегают. Благо, тут еще горочки такие есть классные. Хороший бассейн. Вон Ева с Оливией, с подружкой, и, в общем, всем хорошо. И Тимоха там с ребятами, в общем, так вот. А мы можем вот так вот спокойно сесть, друзья, и просто смотреть на все это и отдыхать. Вот это вот наш активный отдых. Нам ничего больше не надо. Мы уже так вот сидим себе спокойненько. И красотища. Жена вон тоже отдыхает. Просто песня.
Зачем нам их не надо?